Хорошо, что тут нету шимкенских. Уверены в этом, мистер Андерсон? Скучали по нам? Нет. Значит, вы в курсе. Чего? Того, что от нас не избавиться. Я не понял до конца, откуда взялось этот непонятный негатив по отношению к шимкенским. Остается лишь гадать, кто это придумал. Ведь по мне, это самый лучший город. С очень дружелюбными людьми. Но это не самый главный плюс, которым можно гордиться, ведь только у нас готовится самый вкусный плов. И именитый шимкенский шашлык, который стоит всего-то каких-то 150 тенге. И мы обязаны познакомить мир с этой шимкенской культурой, чтоб каждый человек смог услышать замечательный шимкенский диалект с нашим коронным словом. И какое же? Щищен. Вам, мистер Андерсон, хорошо известно, какое будущее ожидает вашу людскую любимую планету. Этот мир захватят не машины. Этот мир должен принадлежать более могущественным созданиям. Глупо отрицать и тем более противостоять тому, что становится неизбежностью. Мир захватим мы. Мы научим всех слову «щищен», слову «койсай», слову «барсай», слову «обще». И у всех на ужин будет только одно блюдо, будет только плов. Если не способен противостоять нам, тогда стань одним из нас.